Всем привет! Мы сегодня на Морошке. Вот на таком болоте, на кочках собирается морошка. Очень тяжелая ягода, собирается медленно. Нужно ходить искать. Ходить нужно вот по таким вот топям. Вот так вот примерно. Всасывает. Вот только я собрала, собираю где-то часа полтора. Ну, здесь где-то, может, около килограмма, килограмм-полтора. Ягода уже очень спелая, мнется, выделяет сок. Ну, бывает, встречаются вот еще такие недозрелые ягодки. Я такие не собираю, потому что они плохо отрываются, их потом нужно очищать. Я собираю ягоду сразу чистую. Собираю вот в такой вот картонный поддон. Как оказалось, это очень удобно. Ягода так не сильно мнется, потому что ну, она распределена горизонтально, не как в ведре, она друг на друга. И получается, что она начинает выделять сок. В принципе, можно взять на заметку этот способ. Обычный картонный поддончик. Обычно в таких картонных поддонах продают кондитерку, какие-нибудь печеньки, что-то такое. Я взяла в продуктовом магазине. Вот так вот. Довольно сильный ветер дует. И невыносимая жара на улице, где-то 25 градусов. Но на ветерочке еще более-менее можно собирать, можно как-то выживать, скажем так, потому что если бы не было ветра, было бы вообще просто нереальное жарище. Полянки встречаются, конечно, редко. Это, конечно, очень классно. Столько ягоды. Но это редко бывает. Прям все усеяно, весь склон. Идешь, идешь по болоту. Ничего нету, ничего нету. Ох, шатается. Почему-то зелень есть, ягоды нету. Начинаются ягодки. Вот хорошая поляночка. Собираю здесь. Еще не спелая. Вот это тоже не спелая. Ягодки собираем. Так, ну ягода на весах. Сколько же эта коробочка весит? Весит она 2,2 килограмма вместе с старой. Я думаю, грамм 200 весит сама коробка. И, соответственно, 2 килограмма здесь ягоды. Вот мы собрали сегодня 8 килограмм. Еще 2 килограмма где-то в ведре, ее нужно перебрать. У нас мама собирала с чашелистиками немножко. А так вообще мы собирали сразу чистую,
чтобы не перекладывать лишний раз, потому что ягода очень сильно дает сок. Она очень мягкая, спелая. Вот. И сейчас я уже включила камеру морозильную. Пробуем ее заморозить. Не знаю, как она будет застывать. Посмотрим. Это все чистый эксперимент. Потому что до этого мы морожку не замораживали. Собирали только так, на еду. Но сейчас попробуем, как она будет замораживаться. Еще хочу какое уточнение сказать. Вот этот объем, примерно 10 килограмм, мы собрали втроем. Примерно за 3 часа. То есть, в принципе, это нормально. Много этой ягоды не соберешь за раз. Так приходится, вы уже видели, я показываю, собирать по одной ягодке и ходить по вот этим кочкам болотным. Вот так вот. Не знаю, будем ли еще собирать, посмотрим. Но она уже очень спелая. Поэтому, скорее всего, может, не будем собирать. Уже начнем собирать чернику.